Я привез несколько предложений, которые в общем объеме там, порядка 3 миллиардов рублей, возможность оказания различных форм помощи, там, выделение господдержки по различным механизмам, которые реализуются Министерством промышленности и торговли, начиная от системной поддержки региона и заканчивая уже точными решениями в отношении конкретных предприятий. Проработали сегодня с профильными департаментами, с заместителем министра. Поэтому доложили министру, поддержка есть. Надеюсь, что в ближайшее время мы вот уже переложим в соглашение и подпишем документ. Мы претендуем на несколько форм. Впервые там есть механизм, который поддержки региональной промышленности. Зачем нам это нужно? Главный запрос населения – рабочие места. Рабочие места и заработная плата. Для Белгородской области промышленность является важной частью экономики. Промышленные предприятия есть, они очень сильные. Но, конечно, хотелось бы и развития, создания новых. Модернизация существующих, повышение производительности труда, выход на новые рынки. И все это позволило бы нам и бюджет наполнить, и создать новые рабочие места, удовлетворить спрос населения на работу. То есть нам нужно решать вопрос с бедностью, ту задачу, которую поставил президент, и повышать доход домохозяйства.